Нет, вообще не я, Полина. Я хотела показать свой пенал, который я буду носить в 4 класс. Давайте начнем. Извините. Я камеру поставила. Вот. Давайте же начнем. Он вот такими двумя совушками. Он у меня на следующий год 4 класс. У него вот такая застежка и сердечко. Давайте же его откроем. Он там вот так внутри. Я сначала вам покажу. Тут у меня... Что-то у меня яйка вот такая со смайликами, которая на 15 сантиметров, всего на 28 рублей. Там находятся такие закладки из магазина МОЗ. Извините, извините, конечно, пожалуйста. Потом находится таблица умножения, всякий случай, если я забуду, конечно же. Могу забыть ее, и поэтому у меня с собой есть шпаргалочка, потом такие вот листики красит, прикольные смайлики, типа. Потом находится такая стерка. Потом тут у меня находится вот такая стерка. Фирмы Хадбер. Потом находится корректор за 75 рублей. Потом находится ластик, это чилка. Лиминайзер, это чилка, кстати, потом стирающаяся ручка. Также у меня находится какая-то ручка с совушками. Тут находится ручка кенгуру. Ну, написано мне кенгуру, из конкурса кенгуру. Собрался хай карандаш. Такая вот стёрка такая. Тут находится простая зеленая ручка. Тут находится простой карандашик, такой подточный, с бабочками. Потом находится стирающаяся ручка. Такая, и у меня вот такой брелочек. Тут находится карандашик простой, не стёрка. Тут находится вот такая вот капиллярная ручка и два таких крутящихся карандаша. И это был мой весь пенал. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока-пока.